Приветствую, друзья! С вами репетитор Дмитрий. В этом урочке я дам вам послушать настоящий спикинг, то есть speaking sample моей ученицы, которой мы-то помогли, слава богу, и университет ее принял. Но я вам покажу как бы единственную причину, которую я могу рассмотреть, почему Duolingo ей не повысил балл по production. Как было 100 баллов, так и осталось. Если вы не смотрели предыдущие два наших видео, то я вам вкратце напомню, что была у меня ученица из Южной Америки. То есть родной язык у нее испанский, то есть никаких там русских, украинских там даже и близко нет. У нее было, три раза она сдавала на 115, задача была наша хотя бы 120 сделать, мы-то и сделали, но я ожидал большего, и она способна на большее. Она способна минимум уже на 125, а то и на 130, но 130 надо реально постараться и пребывать в состоянии озарения, когда это делать, но может. А то, что 125, это 100%, да? И вот в результате она сдала на 120, да? И обратите внимание, production как был 100, так и остался. Literacy, грамотность, как была, так и осталась, хотя писать она стала лучше, я готов поспорить с кем угодно. Зато conversation вырос, на conversation, кроме всего прочего, влияет speaking, так как это навыки общения, ведение беседы, да? Ну, конечно, на conversation еще влияют там и ваш этот listening, как его там, interactive listening, и всякие summary, и что там только не влияет, но тем не менее. Так вот, к моему удивлению, несмотря на то, что у нее вырос конкретно writing, улучшился, а вот speaking, когда я послушал реально вот это, да, я, ну, не то что расстроился, но я понял, почему ей не дали больше. Сейчас мы с вами послушаем, как говорит человек, которому за production поставили 100, при том, что writing улучшился, да. Я не говорю, что она говорила прям плохо, но зная, как она говорила, когда мы с ней занимались, она говорила, скажем, в два раза лучше. Проблема изначально у нее была, ну и как вы сейчас услышите и осталось, это огромные паузы. Я всегда вам в своих уроках кричу про эти паузы. Ваш спикинг – это выступление. На любом тесте, уже сколько тысяч раз я ученикам твердю, а им как бы по барабаню. Ну, то есть не пройдет номер, что я вот такой или я такая, вот я вот так вот говорю, и поэтому я эти паузочки делаю. Ну так поставят тебе низкий балл. Ну сколько можно говорить? Напышься, выдави из себя. Хоть посини, но выдави. Пауз нельзя. Вот на любом тесте, ну нельзя. Я не знаю, о чем говорить. Ну так иди тогда работай на автомойке, раз ты не знаешь, о чем говорить. Как ты можешь учиться в универе, если ты не можешь, ну как бы, говорить? Ну, вот у вас будут семинары, обсуждения какие-то. Ты что, будешь как баран, что ли, сидеть там, да? Вот, ну, я так, конечно, специально с юмором утрирую, немножко наглею, чтобы вас чуть-чуть это самое разбудить, да? Но смысл, суть, месседж тот же самый. Если ты не можешь ответить на какой-то вопрос элементарный, вот ты молчишь по 5 секунд, плямкаешь, говоришь лайк и так далее, ну, как ты будешь учиться? Ты-то будешь учиться, ну, так, если у тебя деньги есть, там тебя примут какой-то универ, ну... Ну вот, то есть это, ваш спикинг – это выступление. Вложите в него весь свой разум, похудейте на килограмм, потратьте сколько-то гигакалорий там великих своих, да, кило, гиго, мега, но сделайте это. И мы это с ней делали, она намного лучше говорила на большую часть вопросов. Бывают в Duolingo такие вопросики, которые могут заглючить любого, и меня тоже. Ну как заглючить? Ну, например, вот это один из таких самых, чуть не сказал, дебильных вопросов. Contrast. Как-то там contrast two female heroes or protagonists from two different books you have read. Ну тоже, конечно, не чудики. Как сопоставьте, проанализируйте, сопоставьте двух женщин, героев, двух книжек, которые вы прочитали. Абсолютно большая часть учеников падают в обморок, лапки вверх, вот так бум, и лежат как эти, как вомбат замерзший. Потому что они говорят, я вообще книг не читаю. Я кроме описаний в ТикТоке там вообще ничего не читаю. Я и в школе ничего не читаю. Я вообще читать не умею, да? А тут еще двух женщин, главных персонажей. Я им объясняю, бывает, часами, с потом и это самое, и прожилками на лбу, что никого не интересует. Ну выдумай ты, ну ё-моё, ну ты же, ну, у тебя хоть какая-то, ну кочерыжка же насажена на это самое. Ну ты что, выдумать не можешь? Что я год назад читала книжечку про девочку, я не помню, как называется, а полгода назад я читала книжечку, и выдумаем название, там, «Великая луна, часть третья». Вот. И там была тетя старая, главный герой, а тут тетя малая, главный герой. Так вот, та первая тетя, что старая, она была такая злая, фу, противная, фу-фу-фу. А это благородная девочка, ну, которую мы употребляем те слова, которые вы можете употребить. А это ж такая, понимаешь, к ране прикладывая и так далее. Вот, ну, вообще, мертвая, живая и так далее. Ну, вот это вам нужно
пробазарить на это либо 90 секунд, либо 180. Да, тяжело, да, я понимаю, что бред. Но повторюсь, но это же ваше выступление, это не ваша как бы беседа в кафе. Беседа в кафе — это для тех, у кого с головешкой все нормально и соображало вам, которые вот умеют включать креативный режим, когда надо. А те, кто не умеют, вам надо напыжиться, чтобы вот это вам не портило вот эту всю штуку. В общем, ладно, друзья, чтобы вас надолго не утомлял, но с другой стороны, если кто-то вас услышит меня как бы ментально, да, оно ему поможет поступить в какой-то универ, он будет мне благодарен. Уже сколько таких случаев было. Так вот, мы сейчас послушаем с вами реальный спикинг, и вы поймете, почему человеку не поставили больше 100 баллов, и постарайтесь именно так не говорить. Некоторые фразы у нее классные, так как она живет в Перу, вот, где красиво поутру, то там нету каких-то белорусских, там русских, казахских, каких-то ментальных таких, ну, фраз, которые мешают. И, то есть некоторые фразы у нее шикарные, вы так не скажете. Но с другой стороны, она растерялась, она занервничала, и она сделала очень много пауз, и молчала, и повторяла одно и то же 3 раза. Окей, так, где наше это самое? Сейчас, я надеюсь, у нас работает. Да, давайте глянем на вопросик, да. Вот вопросик был. Помните, это реально вам пока то, что человек на тесте. Это не то, что на уроке, там, или мы с ней записали, или еще какое-то позорище, которое делают многие ютуберы, ну, разыгрывают, сидят как 2 дурачка друг с другом. Вот это, ну, типа, Real IELTS Speaking, там, Band 9, да, или там, Duolingo, ну, совсем уже чокнулись. Это реально то, что было. What kinds of books do you like to read? How has reading helped you understand yourself or the world around you better? Give examples from your own life to illustrate your points. Так, ну, на всякий случай переведу, мало ли какой у вас это уровень. Какие виды книжечек вы любите читать? Видите, такие преследуют нас эти книжечки. Ну, она, девочка, была такая, ну как, ну, не безграмотная совсем. То есть, она что-то в жизни читала. То есть, не все потеряно. Как чтение помогло вам понять себя или мир вокруг вас лучше? Дайте примеры из жизни, чтобы проиллюстрировать вот эти ваши, короче, штучки. Помню, вот смотрите, я вам всегда говорю, имеет значение. Дайте примеры из вашей жизни. А вот тут у нас writing, например, был в прошлом урочке. Объясните ваше, типа, резонирование, это мышление, reasoning, да? Согласитесь, это разные вещи. Дайте примеры и объясните, почему вы так думаете. Здесь причины, вы придумаете аргументы, а здесь примеры. Безусловно, это не повлияет на ваш спикинг, там, плюс-минус 30 баллов. Но плюс-минус 5-10 повлияет. То есть, если вместо примеров вы начинаете рожать почему, балл снизится. Потому что вас просили дать примеры. То есть, будьте с этим внимательны. Делайте то, что вас просят. Конкретно я отвечаю сначала на этот вопрос. Конкретно на вот этот вопрос. Ну, а тут уже как бы, я же могу эти примеры вставлять и сюда, и сюда, и сюда. Тут уже как карта ляжет. Окей, это ж 3 минуты нужно было девушке растянуть. Она вообще огромная, молодец, она одна из самых таких достойных учеников, учениц, она делала все домашние задания, огромные объемы, все, что я... И она заслуживает 125 или 130, не вот этого 120. Ну, так как ей хватило, слава богу, то она не стала пересдавать его. Если пересдал еще 2-3 разика, было бы 125-130, 100%, даже 107. Так, теперь где наш аудиофайл? Ну что, вот про какие книжечки любите читать, как оно вам помогло, ля-ля-ля, слушаем шедевр. Слушаем шедевр и говорим на тесте по-другому. Не дай бог вот так вот. Well, I would say that the types of books that I like to read are first romantic books and second the drama books. And obviously I hope that those books like had contained like a message at the end that give me a good learn from my life. According to the second question, I would say that reading really helped to me to understand others, because as I said before, the books that I read previously gave me like a very valuable message at the end. So I also could learn new values and new skills that maybe helped me in other experiences of my life. And for instance, last summer
I was reading a book about like a romantic story, but at the end, like the protagonist of this book has given me like a good learning with the value of responsibility. So at that time I had a dog, so I could like reflectionate about it and take care of my dog better. So that could be a great example of that, and it makes me feel like well with myself, because I help like my mom and my sister in the responsibility to take care of our pet. Another example could be like the book that I read last year contained like a message of never give up at the end. Okay. Так, друзья, надеюсь, меня слышно, да? Вот такой вот пример. Обратите внимание. Спасибо, дорогой Ребекке, за то, что она мне прислала вот этот аудио. Вот, я надеюсь, она не будет сердиться, что я поделился с вами. С одной стороны, у нее есть шикарные фразы. С одной стороны, да? Произношение надо, акцент. Мне нравится вот этот испанский акцент в английском, он классный. Мне, я обожаю. По крайней мере, он намного красивее, чем русский, украинский, там, белорусский, казахский и так далее. Но вот эти видите, что человек, она говорит по существу, она ответила в принципе на вопрос, она дала пример, она дала, но очень много пауз. То есть, если бы не было вот этих пауз, если бы она их заполняла какой-то водой, я уверен, ей бы за production поставили не 100, а 110-115. Ну, потому что, во-первых, у нее же еще один спикинг был, который 90 секунд, там наверняка она говорила в подобном ключе. И оно повлияло. Не делайте этих пауз. Хоть сознание потеряю, но молчать не буду. Никаких вот это лайка. Это самый главный ваш оппонент. Заполняем это му-му-му, заполняем какой-то водой. And I would also like to say that, yeah, I forgot to say that one more aspect is that, and you know, there are a lot of books that I love reading, but nowadays people read not so much, still. I'm big fan of reading, I'm a bookworm, I think, and лучше вот так вот, чем вот эти паузы. Конечно, я специально там выпендривался, сильно быстро это все делал, все такое. Скорость тестам нравится. Когда вы тараторите как сорока бешеная, это очень классно. Когда вы вот так вот прямкаете и молчите, и так делаете 30 раз за 3 минуты, ну, естественно, что вот 100 баллов. Хотя, честно говоря, я считаю, она все равно достойна большего. Больше, за, чем 100 баллов. Она очень сильно выросла, Ребекка, за месяц, вот это, что мы позанимались с ней, и writing, да и speaking тоже. Человек волновался, вопрос был такой, как вам сказать, тоже, да, вроде бы не тяжелый, но она гораздо лучше говорила на какие-то социальные вопросы, политические, да, ну, социальные, вот как помогать нуждающимся, ми-ми-ми-ми-ми, всякое вот это вот словоблудие, намного лучше, а здесь вам надо реально сообразить, как вам помогли книжечки, потому что сильно по-детски вы не можете говорить, вас не учили такие давать отписки и отсказки, да, лишь бы что, да? А если по существу нужно задуматься, задуматься, у вас пауза, да еще и оформить ее в язык устный нелегко. Вот, и получается проблема. Окей, друзья, если вам нужна помощь серьезная в подготовке к Duolingo, обращайтесь ко мне, я помогу. Все ссылочки есть на мои сайты, мои контакты есть. Кто захочет, тот да найдет. Я стою денег, но и даю вам результат. То есть решайте, вам тратить копейки без толку или тратить деньги, но вы поступите, скорее всего, в университет тот, который вы хотите. Также у меня есть 3 видеокурса прекрасных, которые помогают людям уже далеко не первый месяц. Уже, кстати, год юбилей моих этих курсов. Уже несколько десятков человек поступили в эти универы или куда они там еще поступили, чисто с моими видеокурсами, даже без моих личных уроков. Ну что, друзья, у кого и уровень не очень высокий, послушайте несколько раз вот этот Ребеккин спикинг. Он вам поможет. Почувствуйте красоту вот этого испанского английского местами. Опять-таки, кому дано, он услышит. Окей, друзья, я вас люблю. Встретимся в следующих урочках.